Набережная Ялты, 20 сентября 2020 года. Сентябрь месяц в Ялте. Сегодня море спокойное, без шторма. Яхты стоят в порту. Видите, это вышка, с которой были соревнования по прыжкам в воду. Прогуливаемся с вами по набережной Ялты в сентябре 2020 года. Thank you.
Зрители и подписчики, привет вам с набережной Ялты. Сегодня у нас 20 сентября 2020 года. Столько людей гуляет на набережной, как вы сами видите. Это я иду по части набережной, которая ближе к Ленина, к вещевому рынку. А есть еще та часть набережной Ялты, которая идет к гостинице Орианды, к Приморскому пляжу. Дальше можно идти в сторону Приморского парка. Есть видео также на моем канале. И прогулки. Время сейчас примерно 19:00 в Ялте. Автокафе, птица-бар наверху. Смотрите, какие красивые яхты. Одно удовольствие посмотреть. О, уже включили подсветку ресторана «Апельсин». Вид на белый маяк. Гордость Ялты. Также есть там маленький красный маяк. Сейчас приближу. Вот видите? Такая набережная Ялты. Сентябрь 2020 года. Ремонтные работы какие-то. А, аттракцион снимают. Все лето прошло, отработал. Катал такой. Он в разные стороны. Сначала в одну сторону, потом во вторую. Джет Боб называется аттракцион. Кафишка. Уже разные детские аттракционы. Такая Ялта.
фонтан. Здесь находится рядом отделение почты главное, ялтинское. Красиво понаблюдать так за фонтаном. Это как раньше были вот здесь, вот я так понимаю, вот эти машинки, знаете, которые в свое детство тоже катались на этих машинках такие. Такая набережная Ялты. Все работает. Кафе, рестораны, все работает. Также здесь вот построена новая такая беседка с мини-бассейнчиком, там есть такой. Так что вот так вот. Смотрите, группа туристов, там им экскурсовод проводит экскурсию. Обычно, я знаю, им еще дают такие специальные наушники и проходит такая аудиоэкскурсия. Почта Крыма. Мужичок на флейте играет. Такая набережная 20 сентября 2020 года. Разные стенды. А, Москва и москвичи, вот.
представлена. Ну что, примкнем к группе туристов, пойдем с ними, а мы идем по своей экскурсии, да, зрители и подписчики. Видите, так раньше выглядела Ялта, на картинах это представлено. Получается, сам пешеходный на площадь Советскую. Это... Смотрите, какая красивая здесь подсветка, иллюминация. Здесь также есть разные кафе, есть булочная. Там дальше есть, вот получается, видите, первое это тоже как кафетерий Мэри Берри. Есть терминал пополнения счета. Магазин.
показать. Какая набережная Ялты. Здесь, кстати, недавно сделали мост, отреконструировали по одной и по второй стороне. Сделали. Вот видите, сделали здесь подсветку. Такой красивый мостик сейчас. Сделали вот такой вот, уже поприятнее намного стало, когда сделали такой мост. А также здесь такие львы. Все уже вечереет, друзья, зрители, подписчики. Ну что, друзья и зрители, подписчики, вот такое получилось видео. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И до новых встреч в новых видео.